Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как пользоваться программой Game Guardian Plus на Android на примере игры Subway Surf, на примере досков. Итак, открываем программу Game Guardian Plus и сразу выходим из нее и открываем игру Subway Surf. Ждем, когда она загрузится, а то, извините, она у меня слишком долго грузится. Глюк какой-то. Все еще грузится. Все еще грузится. Подтормаживает, жаль. Ну, как надоел своими обновлениями. Итак, у нас 612 досок. Нажимаем на значок, нажимаем Search и вводим 612. Нажимаем Search, поиск, и ищем. Он нам нашел много. Заходим в магазин и покупаем ховерборды. К примеру, до 621. Выходим из магазина. Закрываем обновление. Нажимаем на значок, это Game Guardian. Нажимаем поиск. И вводим 621. Нажимаем поиск. Нам надо сделать долгий тап, потому что если нажать один, он будет предлагать запоминать. Надо долго жать. И вводим любое число, которое хотим. К примеру, вот это. Нажимаем Yes. Кстати, число обязательно должно быть 4-битным. Если оно не 4-битное, значит это не то, что нам нужно. Я на всякий случай введу в 2 цифры, потому что я точно не знаю, какой. Теперь заходим в магазин и назад. Смотрим. Теперь столько же, сколько мы вводили. Прежде чем как выйти из игры, надо чуть-чуть поиграть, иначе он не сохранится. У меня, извините, тормозит сейчас, потому что используется 6 прок одновременно. Ну, спасибо за просмотр.